Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Женькой и Игорем мы продолжаем нашу рубрику «Скорострелы в Майнкрафте». Всем привет, ребят! И вы все прекрасно знаете, что нужно делать. Если ты прямо сейчас поставишь лайкусик, то новая серия скорострелов выйдет, ну прям моментально, моментально. Поэтому ставь лайк прямо сейчас, а мы с пацантре погнали на свои карты. Давайте, быстренько, быстренько, Игорь. Короче, пацаны, на счет 3 начинаем, хорошо? Все готовы? Окей, давайте. Давайте, раз. Два. Трис! Давайте, пацаны, давайте, 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 давайте! Шоппинг, шоппинг, патронов не нашел. Шоппинг, шоппинг. Так, моя любимая. Снайперка, снайперка, моя любимая, про которую опять все забыли. Патроны опять. Опять. Давайте так, вы меня не убиваете, а я не убиваю вас. Хорошо, договорились. Договорились. Так. Договорились. Где вы там дробаш спрятали? Дробаш! Да у меня не перезарядка! Я не выкупаю, где сундуки? Где дробовик, мать вашу? Да. Дебил. Ага. Я не понял, где Эдисон? Почему мы его вымираем, а он это опять же. Сам ты шиши. Ты чё меня оскорбляешь? Опять же, мы с вами оба умерли, а он опять живет. Жижи. Он опять жижи. Я опять жижу. Да. А, вот ты где бегаешь! Все понятно, все понятно! В параллельной вселенной просто. Ага, я вас ищу, ищу, ищу! Да, просто мы респавнимся на наших картах. Эдисон, а у нас есть снайперка? У меня есть снайперка, у вас нет снайперки. А чё, у тебя она есть, а у нас нет? Ну потому что только одна снайперка на карте. А ты ее взял уже? Да. О, в смысле? Смотри, он даже не мне сказал, что у нас тут... Я сказал! В смысле, вот башня, на башне есть снайперка, как обычно, как и в прошлой серии. Так кто стреляет столько? Да ты, Игорь, падла! Подлюка такая. Скотыняка. Да как?! Ярь, сзади, 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 Игорь! Хорошо. Жека, сзади, 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 Жека, сзади! Он был спереди. Дебик. Вот смотрите, у меня есть план. Я беру вот это. Ну. И вот это. Ну. Ну. И потом бегу сюда, такой... И Игорь лежит! Зараза такая, зараза, Игорь! Куда нужно, да? Куда ты прибежал? Ну что, накрысился там, Игорь, накрысился, да? Хорошо, хорошо. А вы где, пацаны? А, мы тебя ищем, Жека, мы тебя, ты где? А, вот ты где, все понятно. Все понятно с тобой, Жека, все понятно. Ага, ты снайпер, тебе стреляет кто-то. Игорь, что ты делаешь? Откуда у него... Ты дебил? Откуда у него снайпер? А потом вы спрашиваете, как он выиграет? А потому что он читерит. Я? Почему это? Смотри, вот смотри, бессмертный. А, не бессмертный, я ошибся. Я ошибся, Жека. А что мне нужно было делать? Да ничего. Не, я тебе просто объясняю, почему я бессмертный. Почему он бессмертный? А сейчас ты бессмертный тоже был, Жека? Нет. Нет, сейчас не бессмертный. Жек, смотри, вот сзади, 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 Жека, сзади! Жека! Жек! Хватит Жек! Пугай, что хлебал! Сзади! Смотри, смотри, Жека! Я же говорю. Ага, хорошо. Я же говорю. Ай-яй-яй, Игорь, ай-яй-яй, Игорь. Ай, здорово, ёпты. Здорово. А вы где? Как ты это сделал, дебил? Здорово. Как? Кто меня... А. Вот чё ты не умер? А вот так вот там, там, да, здорово. Здорово. Да за крыса, мы с вами войны. Смотри, я за тебя просто подхожу и все. Посмотри, у меня проблема, у меня очень большая проблема. У меня нет патронов на автомат. Писька! Успокойся, ты понимаешь, что вы сейчас это. Понимаешь? Дебил, я очень. Понимаешь? Вот я об этом хотел тебе сказать. Что мы сейчас убиваем друг друга, а этот не умирает. Извини, Игорь, это была вынужденная мера. Он сейчас говорит, вот тут. Ах!
Ах, Жека! Ах, Жека, Жека! Пошел ты сраку. Ах, ты забоял! Тут еще один дебил! Как? Я... Пацаны, где вы нафиг стреляетесь? Вообще ничего не могу понять. Кто-то где-то стреляется, а где? Что ты снайпер? Это не снайпер, а скорострелы. Понимаешь, нужно быстро стрелять. Да я стреляю! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Слушай, Игорь, мы с тобой не друзья больше, если что. Ты знал? Что творишь, а, супчик? Опять он со своим супчиком. Супчик. У меня давайте без супчика, пожалуйста. Повар. Я перезаряжался, Евген, друг мой. Да ёперный монатор, да сдохни ты, падла, говно! А, пульда! Кто ещё сказал? Ёперный монатор? Кто что сказал? Какая фраза? Команда. Милс патрон. Пи-п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 и! А что по счету? Кто у нас лидирует? Жека у нас лидирует. Смотрите на Евгения. Мы играем до 40, кто не знает. А мы просто чисто боевые ребята. Этот собака! Да этот дебил теперь бежит сюда! Это сам убил, 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 убил! И Жека, смотри, сзади, сзади, Жека, сзади, Жека, Жека! У меня патронов нету, дебил, алло, прием, как слышно? Жека, сзади, сзади, Жека! А, сзади, спереди, слева! Можно я с вами общаться больше? На 12 часов по флангу! Я не против, я не против. На горизонте! Это все Жека виноват, на самом деле. Пацаны, вы попробовали новую фруктовую мивину? Нет, нет. Жека не знает, что такое мивина. По сурмане. А нету патронов у него, говорит. Кто последний остался? Что? Слушай, Игорь! Ты что таки вырубляешь тут? Вы крутасы! Крутасы. Так, мне кажется, пора заканчивать. У нас патронов нет, Александр. Это все ничего. Смотрите, еще 7 убийств, 7 смертей уже осталось. Игорь 10. Патронов-то нету. Ты что, у меня есть? Ну, спасибо. Типа, подождите, заканчивать серию тогда, когда у вас закончатся патроны, в предыдущей серии уже не остались патроны. У тебя бонусное оружие, понимаешь? Тут 10 патронов в этом бонусном оружии. Все притихли. Все замолчали. Все притихли, все замолчали. Так как ты из меня заметил? Как ты из меня заметил? Потому что ты меня бил сзади! Так нетрезанный кабанки! Кто там? Кто там? Кто там? Я! Показываю мастер-класс! Да пошёл ты сроку! Так, сколько у Жеки киллов? Сколько? У Жеки 3! 3 осталось! Лошара. Спасите! Так как? Если что, если вы меня увидите, я NPC, не бейте. Ты хорошо. Нет, я NPC. Я NPC, Эдисон. Ты кого хотел обмануть? Я NPC, мать твою за ногу, иди сраку! Пошел ты в жопу! Иди сюда! Игорь, убей его, Игорь, когни его! Застрели его, зарежь его! На, с ножика! На! А, Игорь! Подождите, так все, Жека умер, да? Уже Жеки все, 40. У Жеки сколько? Жека! С победой тебя, Жека! С победой! Спасибо! Давайте взорвем эту карту ради победы! Не-не-не-не-не-не-не, давайте мы закончим!
Ладно. Нахрен. Хорошо, я не против. Эдисон, смотри, какой скорострел. Какой? Давай, да, 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 давай, давай. Я просто такой, я вот знаешь, я вот так вот. Так, вот и все, я закончил. Напишите в комментариях, Жека Живодер убил секцию. Напишите лучше в комментариях, если хотите следующую серию. Также поставьте огромнейший палец вверх прямо сейчас на этот ролик и подписывайтесь, если хотите следующую серию. Я с вами больше никогда в жизни дружить не буду, записывать пошли на срак. До свидания, я... все. Так, соединение потеряно, я не понял.